80-летний юбилей отметил Анатолий Васильевич Баев. Всю свою жизнь он посвятил работе в прокуратуре. Начинал следователем, затем был назначен прокурором. В городе Рассказово проработал 20 лет. Поздравить юбиляра приехала целая делегация во главе с прокурором Тамбовской области Владимиром Ивановичем Торговченковым. В свой юбилей и за долгосрочную безупречную службу Анатолий Васильевич Баев был награжден медалью. И подарков в этот день получил много. Служба моя началась в Тамбовской области сразу по окончании высшего учебного заведения. Вот. Начинал в Мордово, потом перевели меня в Мучкап, оттуда в Токаревку, из Токаревки в Рассказово. И здесь закончилось. Началась в Тамбовской области и закончилась. По словам прокурора Тамбовской области Владимира Ивановича Торговченкова, молодому поколению важно общаться с людьми, которые добились высоких результатов в профессиональной деятельности. Такие, как Анатолий Васильевич Баев, это, конечно, оплот и фундамент сегодняшней прокуратуры. И я счастлив тем, что эти люди, активные участники нашей ветеранской организации, они до сих пор встречаются с нашим коллективом, помогают, понимаете, не только, я понимаю, что новые базы законодательные, но морально, то есть, глядя на них, молодежь как-то себя чувствует намного увереннее. И это хорошо, что они еще остаются в строю. От администрации города Анатолий Васильевич получил благодарственное письмо. Галина Николаевна Голофеева долгое время работала под его руководством. Его терпение, его такт, его справедливость ко всему, ну и в то же время доброта. При всем том, что он такую должность занимал прокурор, межрайонный прокурор, он понимал и всех своих сотрудников, всегда пытался поучаствовать, если что-то, либо в профессиональном вопросе, либо в семейном вопросе. Он во всем участвовал. Анатолий Васильевич отметил, что сравнивать то время, когда он работал в Советском Союзе, и как работается сейчас современным правозащитником, разница очень большая. И у каждого из них свои нюансы и особенности. Самое главное, с моей точки зрения, это добросовестность и честность в работе. Чтобы прокурор подчинял столько закона. Если он будет и нашим, и вашим служить, порядка никогда не будет. Юрий Ценин, Алексей Горелкин, новости ТВ Рассказово.